Всем привет! Я рада вас приветствовать на своем канале. Посмотрите, какая у нас красивая погода уже. Вот так красиво поют птички. Что я хотела показать? Вот наш градусник. И посмотрите, сколько на нем температура на солнце. Солнце попадает, в действительности температура чуть-чуть будет, наверное, ниже. Вот у нас на деревьях уже висят яички, подготовились мы к Пасхе. Так как я уже на улице, я вам покажу свою теплицу и заодно покажу, что я уже там высадила. Вот у меня есть уже кольраби, вон у меня там вдалеке. Тут будет ранняя редиска, тут чуть позже. Также я на днях высадила пару помидоров. Вот. Есть у нас два кустика перезимовала клубники. Надеемся, что будет для дочурки ранняя клубничка. А вот скоро у нас будет редиска. Где она? Вон она уже есть. И так как у нас такая красивая погода, так красиво светит солнышко, поют птички, мы вместе с дочкой пойдем кормить уточек. Если вам интересно, присоединяйтесь. На улице 9 часов утра, довольно-таки пустынно, все-таки рабочая неделя, все люди работают, еще выходные не начались. Вот я одела пальто, так как все-таки хоть градусник и показывает такую большую температуру, как я вам показала, в тени довольно-таки так свежо. Как красиво поют птицы. Полетели самолеты, и дочка очень любит им махать пока-пока. Вот так она и машет всегда. Она радуется самолетикам. Ну, их уже не видно. А я хотела показать, вот у нас тут фермерский двор. И вот видите, вдалеке стоят будочки. В тех будочках можно зайти, купить себе свежие яйца, картошку. И в этот раз вот это поле, что возле него, оно засадили его клубникой. И если нам повезет, в этом году мы будем собирать клубничку тут. Ну, вот такие зеленые у нас поля. Вот по этой дороге очень многие занимаются спортом, выгуливают своих собачек. Эту часть я вам, наверное, не показывала еще ни разу. Вот там железнодорожные пути проходят. Стоят солнечные батареи. А вот там вдалеке, где много деревьев, там стоят дачи. И вот туда мы сейчас будем идти. У дочурки есть вот такой симпатичный рюкзачок. Там у нее лежит хлебушек для утки. Ну, конечно, мы вот так будем очень долго идти гулять. Тоже шапочку еще и не снимаю, так как все-таки в тени довольно-таки так свежо. Вот. А тут мы дошли вот до солнечных батарей. Их здесь у нас очень так много стоит. Вот, вот так немножко жужжат, птички поют. Я сказала, что я одела пальто, но это очень сильно сказано, что это пальто. Это, ну, действительно, оно выглядит как пальто, но оно довольно-таки тонкое, оно больше похоже на пиджак. Дочурка у меня увидела здесь лужу, и теперь главное, чтобы она туда не залезла, потому что она, как все детки, очень любит встать и там ножками постукать. Стешенька, давай пошли дальше, пошли дальше. Там нас уточки ждут. Так нам не надо сюда смотреть, тут уточек нет. Пошли дальше. На этих полях частенько можно увидеть оленей. Но это гораздо раньше надо выходить, чтобы их встретить. Спортсмен пробежал, и моя дочка решила вместе с ним побегать. Только у нее сил гораздо меньше, чем у него. И заодно вам покажу, как у нас тут летают электрички. Электричка довольно-таки так часто у нас. Ну, я точно график не знаю, как часто они у нас ездят, но вот, вот так курсируют между городами. Ну, идем дальше. То наши уточки останутся без хлебушка. Я в самом начале показала, как мы украсили наши деревья
с пасхальными вот такими разноцветными яйцами. К сожалению, в этом году опять ничего не будет из праздничной программы, так как вроде бы нам все открыли, вроде бы нам разрешили ходить опять в магазины, конечно, со своими нюансами, со своими проблемами. Стешенька, осторожно. Но открыты они были буквально 2 недели. Через 2 недели опять нам закрыли, оставили только опять продуктовые и строительные магазины, куда можно заходить. Ну, там в строительных, помимо же вот этих стройматериалов и всего остального, имеется... Вот сейчас я вам покажу один двор. Я его уже, правда, снимала. Это, получается, вот такая дача стоит посреди полей. Вот такие здесь ворота. И вот у них дерево тоже все-все украшенное вот этими пасхальными яичками. Да, там курочки кукарекают и кокают. И вот моя дочурка решила послушать и посмотреть в щелку, где же они там. И вот этот двор я действительно уже снимала. Там курочка кукарекает. Что? Ты хочешь посмотреть? А вот там не поувидим, Стешонь. Там курочки. Яичко, наверное, снесли. Там, да. Ой, как они кукарекают. Или курочки не кукарекают, а квохчут. Ну все, пошли, пошли, пошли. Ты хочешь послушать? Мы уже довольно-таки далеко отошли от этой дачи, а курей и петуха до сих пор очень хорошо слышно. Ну и что я хотела сказать? Что такое? Я тебя жду, зайчик. Вот эти магазины. Там цветочек. Да, цветочек. Магазины, как я уже сказала, нам обратно закрыли. Ты хочешь, чтобы я понюхала? Ой, как вкусно пахнет. Но пахнет цветочек. Магазины нам, как я уже сказала, обратно закрыли. И теперь можно ходить только в строительный магазин для того, чтобы заняться ремонтом или сельским хозяйством. Вот. Потому что там, как я уже сказала, можно купить цветы, рассаду, землю, удобрения и провести время с пользой. Раньше вот до этой всей ситуации... Что? Все нету? Ну ничего, мама найдет тебе сейчас другой цветочек. Раньше вот до этой всей ситуации можно было на... Машина большая поехала. Хорошо, посмотри. Вот так мы гуляем. Останавливаемся и смотрим на все машинки, на все, что мимо проезжает, все, что мимо гуляет. Вот, раньше до вот этой всей ситуации с этими карантинами можно было на Пасху сходить в парк вместе с ребенком. Там проводились такие пасхальные мероприятия, искали пасхальные яйца, были всевозможные развлечения. Но в том году и в этом году у нас этого нет. И вот я уже показала, у нас мы повесили для дочурки яичко. Будем дома разлаживать яйца пасхальные и подарки для того, чтобы ребенок немножко поразвлекался. Здесь делают так очень многие. Но вот в парк мы не пойдем. Может, в парк и пойдем, но там не будет вот этих всех мероприятий. Вот так, по чуть-чуть гуляючи, останавливаючись каждому цветочку, каждой курочке, которую мы услышали.
Мы почти дошли до уток. Вот хотела вам показать. Да, ты маму догнала. Хотела вам показать вот такой частный двор со своим озером. Ну, это, наверное, дача такая. Большая, красивая. Со своим вот таким водоемом. Ну, конечно, это все огорожено. Вот. Вот такое. Наверное, очень хорошо иметь такой участок, что можно и рыбу половить, и на лодке покататься, и покупаться, если хочете. Вот там вдалеке, видите, крыши? Вот это все дачные участки. Но они такие все маленькие, аккуратненькие. Если у нас получится, я туда зайду и вам покажу. Ну, теперь очень много людей, которые занимаются своими участками. Там наводят порядки, высаживают. А мы идем вот к этому каналу. Там раньше были уточки. Хотя мы теперь встретили знакомого, который сказал, что уток вроде бы нет. Может быть, что мы дошли, а их не найдем. Видите, сколько людей приехало к своим дачам. Наводят порядок. Вот. Все-таки весна. Люди занимаются своими огородами. Вон, мужчина даже ящик пива понес. Наверное, на выходные будет там шашлык. Вот мы дошли до канала. Там вдалеке дедушка или папа со своей дочкой уже одну уточку кормят. Дочка уже достала свое печенье, чтобы кормить. И вот тут у нас как раз уточка приплыла. Мы сейчас ее будем кормить. И посмотрите, как уже распускается ива. Вот они, уточки. Смотрите, как она плавает. Ну, сейчас мы кинем. Опа! Подожди, пусть покушает. Стешенька, осторожно, там вода. Иди сюда. Вот они, эти уточки. Правда, мы нашли только одну. Ой, хлебушек. Подожди, Стешунька, подожди. Ну, сейчас. Подожди, она кушает. Пусть покушает, и потом мы еще ей дадим. Она размачивает хлеб и потихоньку кушает. Посмотрите, как красиво ива начинает цвести. Это очень красивое место. Ива такая большая. Я не знаю, как ее вам показать, какая она большая. Ну, тут рядом находятся вот такие жилые дома. Эти дома не на одного хозяина. Здесь многие дома на двух хозяев. И вот посмотрите, как красиво цветут цветочки. Правда, я не знаю, что это за цветы, но очень красиво. Вот такое синее поле. Вот такие они красивые. Вот я вам заодно показываю, какие дачи здесь. Хорошо, мое солнышко. Вот, видите, тут в основном делают такие вот небольшие грядки, зоны для отдыха. Вот тут какие-то стройки происходят, новые строят. Вот тоже яичко развесили. Вероятнее всего, что там есть маленькие детки. И вот вдоль дач такой канал протекает. И частный сектор. Таких вот сообществ дачных, вот с такими участками, как вот видите, они все за заборчиком стоят, у них есть свой въезд, ворота, вход, довольно-таки много в округе. Надеюсь, вам будет видно, там вдали летает стая голубей. Вот на дачах, вот здесь на дачах есть любители голубей, и они их выпускают. Вот они летают. Уток мы покормили, тех, которых нашли. И теперь возвращаемся домой. Посмотрите, какой путь мы проделали.
Видите, там лесок, там, где я вам показывала водоем. Вот это посредине поля та дача. И вот получается такой большой мы круг сделали. Походили, походили мы полями, и обратно мы заходим в наш город. Вот. Вот такая небольшая весенняя прогулка у нас была. Мы уже дома. Идем немножко отдохнем. А вам я желаю хорошего настроения. И до новых встреч на моем канале. Всем пока-пока.